Значительная экономия газа и электроэнергии, увеличение производительности труда. Тепличное – единственное предприятие региона, специализирующееся на производстве овощей закрытого грунта. Валовый сбор тепличных овощей в этом году составил почти 12 тысяч тонн. Чтобы снизить затраты, на предприятии проводится поэтапная модернизация оборудования. Была разработана дорожная карта, утвержденная губернатором Ульяновской области, где входил в план работы модернизация и приведение в соответствие, скажем так, всем современным технологиям и требованиям инженерной инфраструктуры данного предприятия с целью того, чтобы минимизировать затраты на 1 килограмм произведенных овощей. На прошедших выходных в Тепличном запустили новую котельную. 6 старых котлов заменили на 3 новеньких котла голландского производства. Котлы подведены к автоматизированной системе управления микроклиматом, которая в автоматическом режиме проследит за температурой, влажностью и подачей углекислого газа. К весне на предприятии начнется второй этап преобразований. Второй этап – модернизация второго отделения. Полное остекление, развод контуров, газоснабжение. И мы надеемся дать объем валовой продукции в разы больше предыдущих лет. Разделение контуров позволит поддерживать заданную температуру с точностью до 0,5 градуса. Благодаря поэтапной модернизации теплицы будут связаны в единую автоматизированную систему управления микроклиматом, что позволит повысить урожайность, а самое главное – улучшить качество овощей и ягод. Кроме церемонии открытия новой котельной, отличившимся в этом году сотрудникам предприятия вручили почетные грамоты губернатора. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.